Ну тут троллит Демон Хантер, он, кстати, сам вылетел. Лазер в поле. Арестан, я же сегодня с утра стримил, и может даже завтра буду стримить. Режим поменял себе. Второй стрим, получается, у меня уже за день. Достаточно долго. Кстати, ребята, у меня ровно 5000 фолловеров, я сейчас смотрю. 5000 ботов, представляете? Плюс чат-боты. Киткат, здорово, ничего себе. Киткат, привет. Как ты там? Да. Реально сейчас посмотрел, ну, на вкладку зашел, сколько стримлю, 5 часов. И смотрю, у меня цифра ровненькая, 5000 фолловеров. Это при том, что мы не заставляем в чат никого писать. Половили все добровольно. Здорово, здорово, Киткат. Служба, служба. Так, плюсики все. Даня, привет. Здорово всем. Давай посмотрим, что делать будем. Манго-мультик, да, тут. Сильные таурены. Мофта предпочтительно тут сыграть. Но мне пока ассасинов дали, в принципе, я постараюсь что-то сделать с ассасинами. В такой ситуации. Даже сразу тут минус армор возьму. Так, чтобы ппшка тут подсейвить. Плюс одна голда. Плюс одна голда. Классика. Паша решил меня на ассасинах переиграть. Бурение скважин, привет. Нас не заставляют, мы тут. Красиво. Нет, я же про это, про фолловеров в целом. Просто... Этой серии, что с нами не так. Есть какие-то способы ставить на чат писать, но просто есть функция такая, не то что в чат писать, если вдруг кто-то хочет, есть способы зафоловиться, ну забайтить на фоллоу, как это там называется, то есть у меня без фоллоу, ну не обязательно быть фолловером, чтобы что-то в чате написать, я про это. Чат только для фолловеров, да, делать. У меня ребята пишут тут все в чате, кто захочет. Просто кого-то мы можем забанить. Просто это же не проблема, правильно? Так, Pinpower Warrior. Манго мультикаст идем постепенно, ни одного хума не вижу. Но планируем. БХ своевременный. Вот это я точно ставлю. Элдер там есть. Энигма, кстати, есть. Я так понимаю, что я шмотки не заберу. А Энигма-то посимпатичнее выглядит. Так, хумов. Хумов я переобуюсь как только, так сразу. Все, кто хотят, пишут плюс в чате, все правильно. Классика. СРТ, привет. Все, кто хочет, все пишут.
Так, ну тут Алемов я ставлю в такой ситуации, чтобы Энигма прилетела. Ну, я делаю все, что могу. Конечно, у меня дубли хорошие еще. Что клокерков уберу. Если прокнет разор, ничего страшного. Прокнет Энигма, значит хорошо играем. Правильно? Вы, ребят, хорошо играет в эту игру. Сейчас у меня 4900. О, дуза прилетела. Ну, дуза — это экономика. Ребята, кто-то отфоловился, скорее всего, с РТ был. А если ничего не прокнет? Ну, видишь, прокнуло. Просто нага прокнула. Короче, ждем следующего, ребят, 5000-го фловера. Или 9-8, может, сделаем. Иду за 4 голды, все верно. Че за бот, ребят? Че за бот отфоловился? Мы просто медленно, но верно ждем, когда нам манга придет, хуме. Больше никто не сумничал, получается. Некра давно. Куда его? А, на один хум — это не три хума, так что можно продать смело. Новенького поставим. Enchanted, I'm sure. В принципе, слоты как раз без хумов. Мой Сларк вообще не мерзнет. Как только сказал. Щиточек неплохо. Лазерочек придется брать, ассасином играть. Ну ничего, я, ребят, ничего больше не умею в эту игру. Вот даже можете подтвердить. Ну там стриков нету ни у кого. Кто подтверждает, что стример рак, ребят, плюс чат. Ролей забаним или рыцарей? Ну если... А, вот тут троллей ролят. Нет, стоп. Паша троллей, да, ролит. Ну, вынужденная игра, ребят. Я бы манго с удовольствием поиграл. Рипер стриков нету, не хочу заморачиваться. А насчет скидки я мог играть тоже что-то интересное с демонами, с мипарями. Но раз у меня близко ассасины, нечего придумывать. Тут за винстрик можно зацепиться ранее. Если сейчас паролим. Тем более Энигма могла прилететь. Рыцарей нету, рыцарей забаним.
Это временно постоит. Хотелось, конечно, Сларка получить. Т2. Ну, следующий ход. Ну, блин, по шляпку такую я не пробью. Но панда мне хпшку вначале поэкономит. Ох, надо, чтоб Сларк успел. Он не успел. Нормально. Очень хороший. Стример Лонгуст. Что это значит? Начать ракаться нужно. Ну, то лобби актеров. Но лобби у меня всегда актерское. Лонгуст насколько хорош? О. В принципе, так нормально. Next раунд. Ну вот. Чисто потому, что Элдер в пуле, чтоб прилетел, братишка. Чисто по этой информации так сыграл. Все, мне стол абсолютно устраивает. Меня устраивает, если я сбиваю стрик, я кричу, что я хорошо играю. Так, ну ладно. Не буду так делать, значит. Утренний кинг плюс будет, Даня, возможно. Возможно будет, в зависимости от того, насколько я себя чувствовать буду. Ну, настрой есть, чтобы я в режим вошел хорошо. А ты загугли, понял? Не, я знаю, кто такие лонгусты. Просто насколько это хорошо. Что это может значить? Так. Стрикс били, как раз тот самый Тимбер. Этот Тимбер-то у Виза, кстати, он гоблинами играет. По кайфу. Виза на стриме, кстати, Виза по кайфу гоблинами вообще. Пришел зачириться. Твой, да, играют. Винстрик нормально, причем панда если принесет. Если приносит Энигму, я точно молодец, по-любому. Если разор, то не обижусь. Плюс 3 скажу. Паша актер, Паш. Где троечки твои? Надо бы сейчас прийти. Не, блин. После 15-го придет, стрик заберет. Вообще не актер. Джера, куда ты кушаешь моего морфа? Темпларку принесет, а у меня нет эльфов. Но не принесет, он по классу не приносит. Шаметти сейчас вообще. Ну, играет практически все. Что стабильно играет, лазерочек. Вот этот билд стабильно играет, тролли демон хантеры. Ну, это просто стабильно за топ 4, говорю, лазер. А так играет все, там лейт все равно. Все так же играет гирокоптер сильный. 6 бис, таурены, шаманы, все так же сильно. 9 магии есть, там 9 андедов вот появилось. Из того, что сильно. Классико. Если меня устраивает тут под роллы. Что там два этого? Я найду бары, потом следующий ход. И то, что очень много юничек забирают как раз. Троллей забирают. Ну, тут, конечно, Бхама его забирают. Мы с Виза поделим как-нибудь, монополия там есть. Порваны трусы, здорово. История в том, что стрим рак помноженный на 10. Ага. Вон она чё. Так, ну я не буду, вот так делаю. Это, кстати, по Дугарху, да, мы частенько так собираемся. Частично. Ну,
На бару не буду так сильно рисковать. Мне панда тоже уважительно. Стрик могу потерять. Стрик потерять тоже не ошибка. Бар один приходит, я олыню. Скамейка освобождается. Здесь по 5 штук надо найти. Есть Алекс, который он решил не собирать этого морфа, за что я ему, конечно, благодарен. Есть манга, есть Т2 СФ в олыне с рипером, потому что перкит на пристах. Так, тут варов будут собирать. Ну, через рипер играют, то есть вары опасненько. Надо бы троечки нам собрать успеть. Виза. У Виза БХ меньше, чем у меня, так что пока что не расстраиваемся. Мне кидал как-то три критовика стояло. Нет, с этим не связано. Точно 100% он по классу не приносит, только по расе. 100%. Ладно, на самом деле немножко вот это, наверное, продам. Что-то одна пусть улетит. Ну, в принципе, можно. Так, я залочил. Ни одного бара, почему-то бару собирают или что? У меня лемов тут нету, что плохо. Да, блин, тут мультик. С левыми получше бы было. Да, тут я теряю стрик. Ну, бара, конечно, не забатил, и тут тоже. Кстати, это без рипера, там два рипера было, так что нормально. Да, игра БХ одного. Все, дальше можно, наверное, не рисковать. Ну, в принципе, нет смысла рисковать. Я и так могу выигрывать. Так пан продали. Тинни к нам вернется. То, что бара не приходит, я вот этого не понимаю. Паши БКБ Некра. Так. Да, тут меньше БХ, чем у меня. Бабка и алхимик — это раса или класс? Нет, они одной расы. Гоблины. Но у алхимика две расы, он еще и огр, помимо того, что он гоблин. То есть, если у тебя стоит алхимик, тебе может и течь прилететь, и огр маг. А когда стоит бабка, тебе не прилетит хаос найт, не прилетит легионка, потому что они не гоблины. Только гоблины могут прилететь. Ловишь суть? Все отлично. Так, я на 20-м доролю. Кстати, тут монополия-то есть. Но тимберов у Виза очень мало. Давай доролю прямо сейчас, что ждать. В принципе, можно и не ждать. Единственное, что я не собрал, это мой драгоценный кор. А, угадайте, как его зовут? Так. Мой кор. Это мой кор. На баш. Моего Сларка никто не трогает, потому что он самый слабый. Но в итоге тронули. Обидно стало за Сларка. Знаете, почему вот этот билд играет очень хорошо
против ассасинов, пока у ассасинов нету... четырех элемов. Вот кто отгадает, ребят, тут вообще умничка. Есть вообще кто соображает? Где винга? Кстати, вингу хочу поставить. Плюс голда нужно. Есть. Так. Буратино. Так, снайперкор. Тролли. Нет, да, почему вот этот билд, тролли демон хантеры, играют хорошо против селедки в ассасинах. Ой, против Сларка. Вот кто понимает моменты все. Монополию брать плохо. Давай возьмем, что делать. А чё там больше-то никого нету? Может просто за это... За манго зацепиться лучше тут. То есть я даже виза не хочу монополить. Я его за монополию, он вообще обидится. Давай через виз поапнет, ну ладно, го. Чё-то я посмотрел, у него там слишком много было. Я за БХ 10 голды получаю. Да. Ладно. Так. В коробке стоят. Нет, неправда. Хейски, как каски контролят их. Ну это все контролят. Грейв тоже против всех работает. Стаки не решают. Решают, почему стаки. Ну просто на первое время он не успевает ничего сделать там. Дело в том, что там винга свапает юнитов, у которых нет скилла в первую очередь. По звездам, у которых нет скилла. А у тебя есть бара и сларк. То есть сларк очень часто у вас улетает. И его фокусят. Очень часто. То есть ЦМ-ку Марса винга свапает. И сларка. Вот вы сейчас увидите, что сларка свапнут. Тандер, Вандер, здорово. Половину фигур удалили, да. То есть у Сларка нет скилла, у Бара нет скилла. Вот у него приоритет 3 звезды, плюс у кого нет скилла свапать. Какие-то это ерунда играют. У ЦК пока что вообще без Вайда играют, пока ЦК демон, в принципе, в порядке все. Седьмой левел какой-нибудь выйти можно пока временно. Вот смотрите, сейчас меня свапнут. Свапнули кого? Стоп, БХ. Че, стример обманул вас, что ли? Алло. Не может быть такого. Боже мой. Игра, ты че меня подставляешь? Так. Блин, ребят. Ну это неправда, не так не должно работать. Сейчас будем разбираться. В следующий раз приходит. У нас проблемы, Хьюстон, правда. За дезинфа стример, да-да-да. Мы тебе верили. Да блин, это приоритет, я вам серьезно говорю. Вот сколько я не играл в эту игру, сколько не видел. Винга свапает СМ-ку, Сларка, в первую очередь, Марса. Вы это сами должны понимать. Это Лемов. Лемов я вовремя поставил. Дело пахнет, начинай молчать. Так красиво все расписал. Все, нужно идти на другой стрим. Где нас не обманут, получается. Буха разве активный ульт? Да, Буха, ребят, активный ульт, сори.
Короче, да, обманул вас. Бывает. Кого, ребята, стример обманывает, правильно? Кого он обманывает вообще? Как вот, как можно чатик обмануть? Тут игра сразу наказывает. Так, какие до 6. Наверное, скрытая пассивка есть. Ну, возможно, кстати. Так, теперь надо придумывать. Энигма есть? Есть. По идее, мы временно стоим с этими ребятишками. Леончик уже. Цыка, мерзни, пожалуйста. Так. Кого-то там бьют, кого-то бьют, стример чилит. Кого пропало доверие к стримеру плюс чат, я тоже бы на самом деле хотел бы узнать. Помогите, кто чем может. Он от стримеров сливал много сларка. Сларка не свапта. Да? Понял. Блин, сори, ребят. Монополия, монополия. Я не так много залутал. Относительно... Ну нормально, ладно, пойдет. Я просто немножко виза подруинил. Ну я не то что подруинил, я себе хорошо сделал, потому что у меня получил 1-1, 2-2. Я 10 голды за БХ получил. Только он мне 8 голды дал. Я только ради этого понял, что монополия будет нормальная. А я диск возьму. Но я айн-диск не хочу брать, знаете почему? Вот теперь-то правильный ответ, вот. Нужен правильный ответ, ребят. Вот с вингой вы не отгадали, а вот с этим нужно отгадать. Почему я не хочу сейчас айн-диск брать? Огрхут близко, хорош, Петя, да, все молодцы. Классика. Да, Огрхут очень близко, а рыба с Огрхудом это... Это самое лучшее, что может быть. Так, это в тебя, да. Кстати, рыбка тоже может быть. Вайтстоун приятно, я разбирать буду. Не то, что Вайтстоун, мне даже корона нужна. Чтобы еще под БФ было куда запихнуть. Ты хочешь Огрхут или Нубас? Ну, Нубас тоже хорош, хороший, но Огрхут правильно. Ну и потом этот против Демон Хантеров этот не спасает. А Яндиск не спасает против Демон Хантеров. Сорок четыре голды, в принципе, я нажму. Панду. Энигма стоит этого. Винга свабит приоритете диск. Ну, в этот раз я не решился такую вам дичь заливать, но ладно. Так. Так, 16 голды. В принципе, устраивает. Ну, за панду я заплачу. С вингой не отгадали, говоришь? Получается, да? Давай предположим, что Сларк криворукий, и он не нажмет. Ну, кстати, это факт. Я вчера же, помните, с этим сгорел? Ого, сильно заходит. У меня котел не нажал.
Че, он война не ставит? Ему так по кайфу играть. Вот если бы вам по кайфу было, не по кайфу на войдах играть, вы бы этого же не делали? О! Плюс чай. Плюс чай, кто отгадал. Ну что, намечается игра? Игра за монополию? Но... Так, виза вылетел. Игра за монополию, но мне всего лишь нужен кто? Алхимик? Энигма? И все, чики-чики будет у нас. Чики-бомбони. Так, как там? Локи Рок на стримере. Да меня Винга не свапает, конечно, Локи Рок. Мне Винга с Ларка не свапает. Вот, в этот раз свапнуло, нет? Паша актер? Паша актер старался. Чики-чики бамбуни. Сюда. Двадцать девятый раунд. Где мой огр? Всего лишь что огр нужен. Энигма. Чики-чики-ба. Так. Что делает огр худ? Читаем описание. Он собирает свои шака, шака делает шака, а Огрхуд добавляет ривер. Читаем. Плюс 60% здоровья, 30% магического сопротивления, вампиризм, блок урона. Фигура считается игрой, получает плюс 2 уровня. Значит, я поставлю алхимика на стол, и мой Сларк может есть юнитов и забирать их атаку. Базовую. Условно Тиника. О, тут еще и Айон прилетел. Их атаку и ХП. И это будет очень сильно. Это будет рыба мечты. Кто, ребята, собирал рыбу мечты хоть раз? Пока что так можно сделать. Или сразу сатаник соберем. Ребят, как думаете, я буду искать алхимика или он сам придет? Я собирал на этом билде Огрхуд с Ларко, ну да. Было сложно победить его. Это правда. То есть сатаник у меня тут БКБ еще. Рипер. Мне Энигма нужна, мистер Азора. Это мне не надо. Кстати, Нагу надо было съесть, ну ладно. Вот, ребят, что происходит. О! Это мой рыбак. Ой, рыбак, говорю. Это моя рыбка.
Ему бы БФчик сюда. Мне кажется, как-то слишком жестоко. О, тут рыбка. Еще рыбка появилась. Как-то слишком жестоко. Спасибо. Вот это даже отдавать не хочу. Нагу не апнул. Ну потому что... Потому что все равно. БФ он оф, да. Ну пусть пока рыбка будет. Чаще критовать будет. Левый будет работать. Теперь-то мою рыбу не свапнуть. +18 получается, минус лобби. Вот бы хекс противнику. Да не поможет. Вот бы мне энигму вместо разора. У меня 4 варлока закроются. Но суть это не будет менять. Почему я кушаю тиди? Потому что много атаки, но это не обязательно. Это не хочу кушать, это еще больше урона наношу врагу. По-моему, хорошо. Сларка нафидели, да. Сколько атаки у Сларка? Базовая 240+70, а со старта 1184. Но я недавно собирал Сларку, у которого там 2400-2500 было, вот так показывало. Точно такого же. Сларка с БФом совсем. Тоже с Пашей играли. Хиксуля. Хиксуля, кстати. О, а почему там у меня все юниты остальные добились? Реально стрикс обид. Почему все остальные юниты просто замерзли быстро? Реально они меня душат. Паша, ты че, актерище, Паш, успокойся. Так, ну ладно, Паш, сам захотел. Сейчас приду тогда, та. Че у нас тут еще есть? Паша, Паша. Сборочка-то имба получается. А почему Энигма вместо Разора, а не вместо Визардов? Ну, таким образом у меня Энигма закроет, помимо того, 4 Элема, еще и Варлоков, потому что будет у меня 3 Варлока, под Визардами 4. Выгоднее ставить. Рыбку зажали, получается. 4 тролля ДХ супер противная, ничего страшного. Абсолютно. Раз тут добил, все, шансов нету. Че, пошли рыбой драться? Че, сумма? Алик, кстати, тут дожил до топ-3. Варлок есть. Варлок и суммонинг можно кинуть. Поработал. Так-то Энигму надо. Ну, разбор я сделал пока, ничего не хочу делать дальше. Чисто посмотреть. Бук, БКБ, Мека.
ТБ пока нету. Все шмотки в одном дазле. Два БКБ, да, тут. Хек, кстати, может быть, да. Металлити и став нужен. Ты недавно спрашивал, как Сину выиграть 9 андеда, вот так? Ну, возможно, да. Так, ответку можно делать. Башер. Мне же БКБ-то не нужно. Башер. Кстати, башер тоже не, это неплохо. И, в принципе, плита не будет работать против демон-хантеров. А вот бабочка. Бабочка может нормально быть. Не, ну дело в том, что тут рыбка тоже много дает. Я особо не хочу делать бабочку. Сберу. Просто ошибся. Тут вылетает без экспо. Так, надо шмотки посмотреть. Шмоток не дали. Я Эллера поставлю чисто под тауренов. Там шейкера еще можно будет ставить. Сколько он? 1000 атаки, 115. А, ман. Ману высасываем. Я бы тут еще и шейкера влепил. Бабочку можем взять. Глипнир, у меня БКБ. БКБ точно делаю. Тысяча урона. У меня по 12 тысяч он критовал. Вот я играл недавно. У меня БФ было, все было. Давай за рандом. Мне не нравится просто здесь ничего. Кто за рандом? В такой ситуации. Вместо некра кого петь? Ботинок нужен, да. Паша сдался, но тут уже нет ГГ, Паш. Нет смысла на самом деле, какой рандом? Ну рандом